7-летнего казахстанца Николая Классена выписали из сеульской больницы. По словам врачей, все операции прошли успешно, и теперь мальчик может продолжить амбулаторное лечение на родине. В Южную Корею ребенка привезли 23 февраля. Напомню, в 2015 году, когда в Талгаре взорвалась печь в его доме, мальчик получил серьезные ожоги тела. А из-за того, что ребенок не получал должной медицинской помощи, у него срослась кожа шеи и лица, и не поднималась одна рука. В прошлом году Коле решили помочь в благотворительном фонде «Милосердие Ружан Сайн» и неравнодушные казахстанцы. Они собрали необходимую сумму для лечения. Николаю сделали несколько операций в Астане, но требовалась пересадка искусственной кожи, которую провели в одной из клиник Южной Кореи. Отмечу, Николай Классен вместе с сестрой Валентиной воспитывается в приюте, а в Сеул Колю сопровождала медсестра Талгарской районной больницы. Вроде я не мог, когда операцию сделали мне, я могу себя закрывать. Рукой я сейчас не мог шевелить, а теперь шевелю. Я по ванне заскучился. Скучаю очень сильно. Люблю. Когда мы приехали из Казахстана, Коля не мог закрывать рот. Из-за ожога срослась кожа на подбородке и груди. После операции на шею его состояние улучшилось. Он может двигать шеей и закрывать рот. Кроме того, на пальцах руки у него был шрам. Все это ему исправили.